дорогой друг. Сегодня уже привет тебе из Вриндавана. Мы, так сказать, на старый добрый Парикраме, да, на старте. Сейчас вон ждем нашего друга и пойдем. Сегодня последний день Картики. Еще и что-то полнолуние или затмение. Затмение, да. 19 ноября. Да, такое сильное затмение. Сказывается на наших головах, я не знаю, что тут. Голова, конечно, звенит, звуки ярче. Не знаю, или это вчера то, что мы отходили так эти три дня сумасшедших. Или затмение какое действует, ну такое. Состояние немножко такое, прям лобешник. Очень живой. И реагирует на все фи-фи-фа-фа, которого хватает. Которые здесь не заканчиваются. Да. Ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью. Все, мы сегодня отсыпались, дали нашему телу немножко отдыха. После трехдневной такой тяжелой практики. Умом, конечно, хочется все дальше и дальше лететь, но физическое тело немножко нужно тоже брать в расчет. Понимать, что сильно перегружать не надо, оно нам еще пока нужно. Вот. Так что мы отдохнули. Вот если не считая вот этого вот немножко, что голова так подтягивает и реагирует, то в принципе, как у меня энергетически я чувствую себя нормально. То есть нету такого, что совсем убитый, хочется кофе. Да, единственное, конечно, во Вриндаван вернулись, тут смог это просто жесть. Просто какая-то дымка такая жесткая стоит, и сразу насморк. Тяжелее, конечно, дышать. Да, подзасрали Индию, мягко говоря. Да, такой, то есть воздух загрязненнее. Там на Говардхане было почище, реально. Что я почувствовала моментально. Мы вчера вечером вернулись, получается. Ой, любопытные местные. Не без этого. Мы вчера вечером вернулись. А сегодня утром я уже просыпалась чисто для того, чтобы прочистить, так сказать, все пути, носоглотку. Так что сразу же защитные реакции организма идут. Выходит насморк и так далее. Так что, скорее всего, во Вриндаване, наверное, нужно маску носить. Уже даже не то, что от заразы какой-то, а вот именно, что воздух здесь загрязненный. Ну и что, нам осталось здесь последняя неделя во Вриндаване. Да, 26-го, потом 27-го, но что-то... Едем дальше. Буду показывать новые места, новые всякие дорожки. Будет интересно. Увидимся. А мы пошли начинать. Попали. Будет что-то интересное, обязательно поделимся. Recording, start. Yeah.